Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И сегодня мы играем за баллисту. Давайте возьмем баллисту. Так, у нас не ремкомплект, у нас напалм с собой. Я все забываю их менять. Ремкомплектик. Надо не забывать. Баллиста хочет поменять себе новую окраску, поэтому пускай она зарабатывает деньги. Баллиста. Себе на окраску. Вот. Окраску мы возьмем. Немножко другую. Не знаю, посмотрим. Так. Баллисточка, прикольный танк. Так, едем. О, смотри. Так, сейчас побольше. Кстати, это не сильно эффективно, если вот так вот об этом говорить. Это не сильно дает большого эффекта, когда ты много раз стреляешь. Тут надо один раз, но резкий. Так, там. Супер танк. Почему супер танк? Просто босс. Так, опа, по башке получил. Так, ладно, немножко отходим. Во, видишь, как я? Удар у него больше, сильнее. Когда пружина полностью отжимается, удар намного сильнее. Ну, это, как бы, с одной стороны, понятно, что ракета летит мощнее. Но, с другой стороны, какая разница? Взрывчатка везде одинаковая. Смотри, как ты ее кинешь, забросишь, почему отличается в этом плане. Так, ну что, никого нету здесь, что ли, или что? Где вы все там? Алло. Один танк только. О, мимо. Это мне не нравится, что промахиваешься. Так, 1941 год написано на монетах. Сверху, видишь как? Ага. Так, есть, вот они, танки. Давай напалмом вас сожгем. Есть. Вот этот мне не нравится танк. Да. Баллиста, баллиста. Давай, едем. Может, надо прокачать баллисту нам? Ребята, как вы считаете? Может, баллиста у нас просто не прокачанная? Да ё-моё, смотри, как она жарит меня. Так, все, готов, да? А, вот еще один. На! Отлично. 1971 год теперь. 70-е. Ладно. Едем, 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 ребята. Зарабатывать монетки. Уничтожать вражеские танки. Вот они. Вот они, кстати, танки у нас. У нас их очень много. На, получай, вонючка. О, хорошо, смотри. Отщелкнулся один. Второй готов. Так, едем. 1986 год. Это год моего рождения, ребята. Представляешь? 1986. Так, на. Так, давайте я монетки соберу немножко. О, готово. Ты чё переворачиваешься? Так, на тебе бомбочку. Так, отходим, отходим нафиг. Здоровья вообще нету. Так, ё-моё. Всё. 2001 год. Какой это год? Просто я учился в 2001. Так, давайте, стреляем, стреляем, стреляем. Ах, да ё-моё. Тихо, 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 тихо. Да, сейчас. О, нет. Смотри, они меня не уничтожили. 2011. Так, ну, 2011 я не сильно помню. Что там было в 2011 году. Так. А чё вы тут подъехали до меня так близко, а, вонючки? Сейчас мы будем их щелкать. 2021 год. Это будет в следующем году. Представляешь уже? В следующем году будет 2021. Красивые цифры.
Так, ну здоровья уже у нашей баллисты очень-очень мало. О, есть. Так, мы здесь будем сейчас стоять и отстреливаться. Есть попадание, да? Ага, нет никого. А, нет, едет. Ой-ой-ой, один удар, и я взорвался. Все. Ладно. Баллиста. 165 монет заработала баллиста. Как ты считаешь, это вообще нормально или нет для баллисты? Давайте в зимнюю войну возьмем. Вот такую окрасочку купим ей. Так уж и быть. Новая краска у баллисты. Красивая, кстати, окраска. Мне нравится. Но 1000 монет мы за вот эту окрасочку. Так, анимация взрыва ничего не поменялась. Так же, да, все взрывается. Да, все так же. Так, ладно. Так, будем здесь стоять. А, нет, смотри, мы уничтожили. Танк. Хорошо, едем. Едем. Опа, получай. Сейчас мы их... Вот еще один. А, это тот же самый. Все, готов. Так, монетки, спасибо. Так, ух ты, с одного раза, нормально. Надо прокачивать баллисту, короче, и все. Я ничего не знаю, да? Прокачивать баллисточку нашу и все. Так, поехали. Ага. Так, сейчас я вам побольше сделаю ракеток. Так, пока мы на горе, надо вот этих вот отщелкать. Кстати, я забыл поменять баллисты этот самый. Прям комплект взять. Так, сейчас я вот этого щелкну. А-а-а, слишком близко подъехал. Не можем это сделать. Вот так вот щелкнули мы. Будет знать, как стрелять, а? Подъехал такой, стреляет. Так, следующий. О, вонючий случай, а? Есть. Второй. На-на-на-на-на, подарок тебе. Так, там еще поди куча танков будет, да? Да. Там, ребята, танки нас ждут. Достаточно-таки много. Так, вот этот дурачок, он сам себя взорвет. Смотри, только я подъеду к нему поближе. Он начнет щелкать себя. Давайте. Вот, мы его все взорвали. Так, босс. Босс. Удар грома. Ага, ладно. Пусть подъезжает. На, получай. Напалм тебе сразу, дружище. Все. С напалмом он взорвался. Конкретно. Так, ремкомплект берем. О, практически новенький защитный танк. Так, Катюшка. На, получай. А, мимо. На. Все, еще один удар и все. Да ё-моё, сколько у вас там, а, дурачков? Сейчас мы их отщелкаем. На всякий случай, если там будут еще какие-нибудь танки стоять. А, никого не было. А, нет. Смотри. Был все-таки танк какой-то. Ух ты, нифига. Сколько у вас? На, напалмом. Сейчас я вас напалмом сожгу. Да ё-моё, смотрите, они активные, а. Уничтожили всех или нет? Нет, кто-то там стреляет, я вижу. Кто-то там стрелял, может, в агонии предсмертной. Ого, монетки. Значит, будут танки. На. Надо как-нибудь их вытолкать отсюда. Да почему я так не попадала, не попадаю? О, нифига, я его перевернул, да? Баллисточкой. Опа, еще один. Хорошо. На. Да, как-то оно в бок стреляется. А, вижу. Сейчас подождите. Подождите, офицер. На. Есть. Еще один. Получай. Готов.
А, вот еще один остался, оказывается. Так, так сколько вас там, ребята? Вот этого еще нужно пощелкать. Давай, у меня больше ракетки, чем у тебя, дурачишка. Ага. Так, вот это мне не нравится. Уже вдвоем уже против меня. Смотрите, сколько много танков, а? Я прям на них сейчас заеду и буду гасить. На-на-на-на-на-на-на, получай, получай, гад. Все, следующий. О-о-о, здесь смотри, сколько много таких вот нехороших. Нет, ладно, сейчас сделаем по-другому. Отъедем, вот этот перевернем. Есть. Перевернули вражеские танки. Едем дальше. О, вот он, смотри. На. И сейчас будет босс. Получай. Нет, еще босса нету. Еще надо вот этого уничтожить танка. Готов. Все, сейчас будет у нас, ребята, босс. А босс такой нехороший. Легион. Мощный. Ладно, сейчас попробуем его отщелкать. Раз. Ух ты. На. Да нет. Тихо, на. Уничтожили? Да, ребята, мы уничтожили босса. Срочно под ремонт сделаем. Нифига, у меня здоровья уже мало. Так, ну все, тихо. Аккуратно едем. Опа, готов. Так, сейчас я вас всех взорву. Но если не всех, то большую часть. Так, и вот этого малыша. Готов. Так, ой-ой-ой-ой, последний удар, да, был прям жестокий такой. Ну что ж, дорогие друзья, мы закончили серию. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал обязательно. Обязательно пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.